медали 30 лет УСТК вручали сегодня в правительстве. Председатель Объединенного совета трудовых коллективов Владимир Емельянов передал награду премьеру Александру Мартынову. Плюс министрам, а также главам госадминистрации, заместителю председателя правительства Сергею Оболонику, кроме медали, вручили и сертификат почетного ветерана УСТК. Напомним, в августе одна из самых первых организаций в республике отметила юбилей. Именно УСТК стоял у истоков создания Приднестровья. Александр Мартынов поблагодарил председателя Объединенного совета за совместную работу и отметил, большинство предложений организации учитываются в работе над законопроектами.